Почему отели и рестораны Абхазии не могут предложить гостям сервис европейского уровня? И что этому мешает? Нехватка персонала или отсутствие грамотной организации работы? Попытаться ответить на эти и многие другие вопросы решили участники круглого стола. Основные вопросы, которые стоят на повестке дня, это подготовка инфраструктуры, то есть электричество. Есть большое количество проблем, которые возникают из-за нестабильного энергоснабжения. Это водоснабжение и водоотведение, то есть проблемы с канализацией как в Гагре, Пицунде, так и в Сухуми, Новом Фоне. К сожалению, эта проблема всеобъемлющая, и ее нужно поднимать, озвучивать и решать. За каждого сотрудника, которого руководители гостиницы или ресторана приглашают на работу, приходится платить сразу 4 вида платежей. И это не считая заработной платы. Вот и выходит, что персонал обходится очень дорого, а местных работников нет. Сейчас человеку приходится потратить несколько дней и пройти достаточно унизительные процедуры наркоконтроля, сходить к фтизиатру, не всегда в комфортных условиях сдать кровь, для того, чтобы получить официальное право принести в Абхазию деньги и вкладывать в экономику Абхазии. Как оказалось, такое мнение разделяют не все ательеры. На их взгляд, принятый закон хорош, и подобные нормы введены во многих странах мира. Сейчас мы начали платить, потому что закон. Мы же не делали этого. Это нормальный закон и нужный закон. Такие встречи должны проводиться регулярно, уверены ательеры. Это позволяет обсудить проблемы, с которыми они ежедневно сталкиваются. В нашей работе же нет мелочей. Каждая мелочь возводится в проблему такую. Так что мне, например, очень понравилась сегодняшняя наша встреча. Я думаю, она будет не последняя, накануне сезона. Уже в скором времени появится сайт гильдии ательеров Абхазии. Там, помимо необходимой юридической и правовой информации, будет опубликован перечень отелей республики со ссылкой на их официальные страницы. Также будет раздел, в котором планируется публиковать объявления о найме персонала. Нисфаршба, Стамур Гожба, Абхазское телевидение.